Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть с ядерной войной. Не надо к этому идти. Это все зависит от Украины. У Украины вот есть вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Но сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее, это философия. Поверьте, это философия. Главное – безопасность России.